Официальный рекламный постер матча «Крамник Deep Fritz». Великий матч, роскошный. Обычно поворотным в серии «Человек против машины» читают матч Каспаров Deep Blue, но Фриц растерзал бы Блю точно так же, как Крамник Каспарова. К тому же афишу к тому матчу уже не найти. Мой турок играет так, как не смог бы играть ни один человек. Ни когда-то в прошлом, ни даже в будущем. Это не хвастовство. Подобная шахматная платформа – это бесценный источник материала для тех, кто занимается искусственным интеллектом. В реальности попытки создания искусственного интеллекта действительно начались с шахмат. Еще в 20-х годах прошлого века в Испании был создан первый механический шахматист, способный поставить мат королем и ладьей шахматисту, играющему только королем. Казалось, что машина всегда будет ограничена количеством возможных комбинаций, в отличие от человека, способного мыслить иррационально. Но в 1997 году миф был разрушен. Непобедимый чемпион мира Гарри Каспаров проигрывает суперкомпьютеру Deep Blue. В решающей партии компьютер делает невероятный ход. Жертвует коня за пешку. Пожертвовать фигурой ради инициативы на такое прежде не была способна ни одна машина. Компьютер принял нестандартное, самостоятельное решение. Более того, сделал ход, точно рассчитанный психологически. Это событие авторы фильма считают поворотной точкой в развитии искусственного интеллекта. Ученым удалось создать компьютерный разум, который однажды решит уничтожить человечество, как вредоносный вирус.